Сегодня 7 ноября. Мы увидели какие-то невероятные ранетки тут. Или что это такое, я не могу объяснить, но это ранетка. Да, это ранетка, такие длинненькие, на палочках. Идем по парку. Идем к набережной, к храму Христа Спасителя. С Надюшкой сходили на современное искусство, посмотрели. Время вперед. Ой, какая там капуста растет. Не время вперед, а время первых. Да, время первых. Точно. Вот сегодня солнышко такое чудесное. Ага. А тут смотри, какая клумба классная. Хризантемки, капусточка и вот такие необыкновенные капустные амаранты. Я бы его другому не назову. Это вот такая вот красота. И смотри, какие хризантемки красивенькие.